И всем доброго дня. Продолжаем мы. Ух, чуть не разбил. Споткнулся о камушек. Ну, споткнулся о камушек немного. Ну, с кем не бывает. Я просто прибирался, вот поднял камушек и об него споткнулся. Как видите, тут относительно чисто уже. Вон, 2,5 мешка мусора. И это еще расту не начался. Сейчас мы будем все это пропиливать на много-много частей, чтобы добрать верха. Вот они здесь, вот тут, вон там, дверной проем, вот, ну, то есть много. И потом еще будет очень много мусора, это когда будем распиливать стенку, когда будем ее выравнивать. Тут в чем прикол? Распилить ее нужно, то ли получается параллельно стены, то ли просто под угол 90 градусов параллельно вот этой стены. И это важно. То есть либо вот такой будет рез, либо будет косой. Поэтому мы не трогаем. Тура приехала, я уже собрал ее, запаковал, завернул, чтобы не убить в первый же день. Так что сегодня предпосыл закончить все верхушки полностью, как бы он есть, но это не точно. Как итог, получается, что нам нужно будет поднять блоков в 2 раза меньше, чем вчера. Они будут подрезаны, значит, они будут полегче. Но зато это все нужно пилить, а это по времени намного больше. Ой, ладно, с самого утра старая добрая разминка. Закончили разминку, поставили верхушку, здесь и здесь, тут гардеробная вроде как бы со шкафом купе, не знаю с чем еще. Квартира большая, поэтому можешь себе позволить большую гардеробную. Кухонька, вот где-то здесь будет проходить, места здесь тоже очень много. Ну и как бы эти две стены, это как будет разделение, потом, если будем делать, покажу. И в принципе все, теперь сейчас будет самое сложное, это состыковать дверь. Пилить я буду по факту, я хочу один блок положить и второй, чтобы уперся в первый. Ну, знаете, типа как вот расклинивают и все, он никуда не денется. И потом, когда все высохнет, выпилить и впендюрить уже металлический уголок. Уголок есть, останется только сделать. Большую часть вот напиления вот этих двух, одного, вот этого, вон того, еще с той стороны, которую мы поставили, где-то минут 50-40 ушло. Поставить полчаса. И знаете, чем мы сейчас займемся? Опять пилением. Допилим, получается, до середины и доделаем эту часть дверным проемом.
Блин, что-то глаза мозолит. Я сначала думал, что нафига на потолке кто-то карандашом рисовал. Оказывается, это не карандаш. Это, оказывается, усадочные трещины, или как это называют правильно. Вон, небольшие-большие. Получается, я что-то смотрю, думаю, блин, что там нафига, почему неровно? Вот тут одна трещина, вот тут прям по шву трещина, вот тут две. Ну, они почему-то прям впритык идут. Вот раз, вот рядом. Ну, это, походу, усадочные, как они называются. Вот тут опять, и вот так вот, а семь. Ну, прикольно. Когда я свои бомж-плиту залил под мастерскую, мне там писюнов накидали полный комментарий, что неправильно сделал. А вот тут делает мастера своего дела. Почувствуйте разницу. Ладно, заводим нашу пилу и погнали. Ну и по закону жанра мы сегодня, конечно же, ничего не закончили. Я предполагал закончить за 3 дня. У меня еще время как бы сейчас есть, тут 2-3 часа поковыряться. И я, в принципе, сегодня успевал все это сделать. Причем не спешил. Я делаю качественно, чтобы показать работу, а не делать на скорость. Но кончился клей. Как бы не хватило буквально вот на 5 блоков, сколько там, 1,5 килограмма, но килограммчик. Представляете, не хватило. И еще не хватило одного блока. Серьезно, одного. Я уже заранее напилил. Вот эти 2 блока встанут вот сюда. Этот блок встанет вот сюда. И этот блок встанет вот сюда. И еще есть 5-й блок. Вот он. А его нет. Его просто нет. Все, что осталось, это вот эти вот маленькие обрезки. Я уже из-под батареи вытащил везде, то есть вот это все, что осталось. Так что будем, наверное, либо выеживаться лепить, либо подождем, пока следующей доставкой приедет 1 блок. Потому что после того, как я закончу здесь и после стяжки, тут приедет только потом плиточник, поэтому мы еще успеваем. Так что завтра мы ждем разметку, то есть мы будем выпиливать проемы, доклеим потолочки, получается, заделаем штробы везде и уже будем ставить маяки. Ну а сейчас, наверное, пойдемте вернемся домой, там что-то интересное должно произойти с нашей полкой. Чпонь! И вот мы уже дома. И что касаемо нашей полки, ну, она практически готова. Сейчас принимается решение, покрыть его пропиткой второй раз или нет. Тут видны не прокрасы, вот такие полосочки. Поэтому, скорее всего, будем покрывать второй раз и потом уже лаком.
Получилось таки неплохо. Аккуратненько, гладенько. Три вида шкурки. По-моему, 60-я, 120-я и 240-я. Гладенько, аккуратно, неплохо получилось. Возможно, не с магазина, но тоже неплохо. Хотя в некоторых магазинах и то хуже, чем я сделал сам. Так, куда поставить, чтобы показать? Ой. Вот такая бомбическая ступенечка. Благо, на ней даже можно встать, она не сломается. Ну и получается, сейчас нет блеска, к тому же мы снимаем сейчас вечером, поэтому непонятно, что с ней, как с ней, как это будет работать. Сюда должен будет встать хороший телевизор, ну, в мечтах. И эту полку мы покроем лаком. Наверное, мы сначала закрасим ее этим пропиткой, потом покроем лаком один раз, посмотрим при дневном свете и вечернем, и потом еще раз. Я думаю, эти процессы все переходные, то есть морилка, лаки, выветривание, это на неделю. Что получилось в конце, я уже покажу с телевизором. Ну а пока, давайте, не болейте, не скучайте, будем все это покрывать.